Так, друзья, эксперимент. В общем, меня попросили испортить шин-контроллер для зарядки аккумуляторов. Вот у меня солнечная панель. Она на 36 вольт. Ее Lerlauf, это как это перевести? В общем, ну, без нагрузки она выдает 45 вольт. Да? И попросили меня протестировать, способен ли вот этот вот дешевый контроллер, который продается у нас где-то в пределах там 7-10 евро в интернете, подключенный к 12-вольтовой батарейке. Вот 12 вольт у нас показывает. Сейчас можем зарядить, посмотреть, сколько показывает у нас вольтаж именно солнечной панели, когда у нас солнышко ушло. Берем, в общем, напряжометр. Так, оба конца. И сейчас это попробуем все замерить. В общем, черное к черному. Одной рукой, нет, даже двумя руками никак не получается. Но попробую, да, не убьет ли меня при этом током. Ага, он подпрыгивает до такого значения, что ого-го. А как нам быть? А, нет, вот он показывает. Вот, в общем, его 39 вольт. Это то, что он без нагрузки. Вот, и при ушедшем солнышке. Сейчас все это подключим к шим-контроллеру. Так, сейчас я попробую сначала одну клемму прикрутить, вот плюсовую. Так, плюсовая пошла, а минусовую даже можно не подключать. Просто поставить этот у нас контакт. Короче, бомбанет он. Я возьмусь за пластиковые детали и попробую подключить. Ну, в общем, что у нас показывает? Зарядка идет, да? А, нет, не видно этого. Вот. Вот панель пошла. Зарядка тоже пошла. В общем, он выдерживает промышленную 36-вольтовую это, панель. При этом, так, я касаюсь задней крышки, всем видно, да, значение. Касаясь задней крышки, ну и пока что ничего не греется. Ну и пока что на основании этого могу сделать вывод, что даже такой контроллер, у которого где-то здесь около 30 ампер, что ли, он может брать. Даже 36-вольтовая панель подключена у нас к 12-вольтовой батарейке, способна ее, как говорится, заряжать. Видите, заряд пошел. И он выдерживает эту нагрузку в 36 вольт. Вот. Чего уж говорить о профессиональных наших контроллерах, которые, допустим, могут выдержать нагрузку в 90 вольт. Нет, все нормально, все заряжает. Ну и вот я сейчас ее подключил к основному своему контроллеру. Она опять же также стоит в тени. Вот солнца нет. Это ее параметры, это точно такая же. У меня их две. Вот она должна выдавать 185 ватт, 37 вольт, почти что 5 ампер. Ее свободный ход это почти что 45 это вольт. И вот что у нас показывает наш контроллер зарядки, что аккумулятор 12,6, температура, вот аккумулятор 12,6, и сейчас покажет вот это вот вольтаж нашей 38,9 вольт выдает наш этот. Ну, зарядка не идет, потому что полная
У нас этот нет, хотя показывает, что заряжает. Вот. Хотя у меня практически полный, расхода практически никакого нету. Вот. Так что это эти, допустим, панели, они у меня пойдут основные, а все остальные я переподключу. Вот еще шим-контроллер, но он слабенький. Он всего может брать 6 ампер, и у него очень низкий порог по вольтажу. Вот. Так что все работает. Главное смотреть, сколько вы можете, допустим, подключать максимум по вольтажу к этому контроллеру. То, что здесь написано 12 вольт 24, это та система аккумуляторов, которую вы можете подключать. А вот сколько по вольтажу и по ваттам, нужно уже смотреть, сколько, допустим, максимум может брать в себя такой контроллер.